После этой распродажи мы поехали в Бурлингтон. Что мы делаем? Мы одеваем Винюшу. Купили три пары шорт. Кстати, три пары шорт мы купили в молле, в дилерсе. А вот в Бурлингтоне мы купили Винюша Шоу. Купили ему шляпу Levi's. И он теперь похож на Дон Корлеоне, как он говорит. Baby, show the side. Видите, Levi's-ики. Вот такая шляпа стоит 8 баксов. Купили ему джинсовый пиджак. Вот он у меня здесь в руках. На поло. Ну, какие-то часы выбирает. Ну так, сегодня ходим, одеваемся. Что-то меряем. Просто развлекаемся. Вау, look at me again. Хотим купить Винюше кроссовки. Потому что все кроссовки у него уже изношены. Сейчас посмотрим, что здесь есть. Так, у него у нас 10,5 размер. Или 10. Бывает 10, бывает 10,5. Так. Что, выключая камеру, надо посмотреть, что здесь есть. Вот Винни меряет одни из туфель, которые мы ему выбрали померить. Я не знаю, фирма Maiden, Стивен Maiden. Вот такие вот туфельки. Но они не кожаные, стоят 29 баксов. И еще вот такие я ему тоже выбрала. I like those. Yeah? Yeah. Очень-очень легкие. Такие. These aren't that. Well, I think my foot would slip right out of it. Не знаю, как называется это. Чека. Скетчерс. Скетчерс, вот. Put it on. Винюша меряет кроссовочки. Шляпа одета, все, чин-чинарем. Палка упала. This is ridiculous. Он говорит, как же я буду мерить, они привязаны друг к другу. Those fit nice. Один меряй, второй на цепи. Так. Куда он? You want me to trip, huh? Wait a sec. Yeah? Yeah, they're Винни, nice. Мне, говорит, нравятся ему вот эти кроссовки. У Винни носки, конечно. Yeah, those are nice. Когда короткие было одеть, а он... Your socks are so funny right now. Hello. Hello. Дядя Степа великан. Я сижу на полу. I feel retarded. А, смотрите. Jeez. Okay, I take these. You take these? I take these. Кстати, вот висят тут шлепочки Levi's. Тоже 9,99, а вот тут вообще интересно, видите, какие левайсики. Тоже 7,99 любого размера. Есть зеленые такие, а есть серые такие, видите, написано по всей ноге Levi's. Да, вот так. Я вот еще Винюше принесла одни ботиночки, говорю, смотри, какие легкие-легкие. Их можно с джинсами, ну, мокасинчики. Вот такой фирмы Plat, классик. Ну. You говорит, like они аглы. Yeah, why you say they ugly? Because they look ugly. They look like fake stuff, you know, like fake allergy. Are they good with jeans? How you know? Try. How you know? I just guess. You guess? О, кстати, даже и красные такие есть, Levi's написано. Вот Винюша у нас в джинсовом пиджаке. Yeah. Watch out. Ну все. Вот такое вот и выходит из Бурлингтона, можно сказать. I like when it's... Он, кстати, у него первый... I think it's your first jeans jacket. Oh, yeah. I had one when I was a kid. Он говорит, когда у меня ребенок, я был... Когда был ребенком, у меня был джинсовый пиджак. Вот я никогда его не видела в джинсовых пиджаках. Yeah, давай-ка возьмем тебе джинсовый jacket, пиджачок. Shoes, socks. How much were these socks? You buying this? No. Do you want me to buy those? I don't know. I don't like them. Okay. Here, put them back. Так, смотрим кроссовки. Кроссовок не больно много здесь, честно говоря. Винни вот взяла вот эти Puma. Они были 39. Он увидел, говорит, нет, мне такие не нравятся с зеленым. Взяла ему Guess. Он там сейчас меряет эти, ну, такие как тоже туфельки, можно сказать. Это тоже Tommy Hilfiger, такие вот. Сколько они тут стоят? Не знаю. Ну, в общем,
Так, где вот еще вот эти? А, вот, кстати, Томми Хилфигер. Цена 24,99. Это вот клиренс. Распродажи тут всяких кроссовок. Вот. О, сайз 14, представляете, что же это за сайз такой? А? Господи, сколько же этих Levi's? Смотрите, еще Levi's какие есть. У них написано Levi's вот так. Много. И все по 7 баксов. What, you like those? Yeah, I get these, the socks. Вот Гэс, я ему взяла, и ему очень понравилось, Гэс, вот эти. Yeah, I like those too. Yeah. I like this better than I like this. Those too. Those are comfortable. Okay. Мы купили еще носки. Вот, допустим, сколько здесь носков? 8 пар за 9,99 и 3 пары за 5,99. Like these. Нет, это здесь 6 пар, не 8, 6. 6 пар. Okay. Good. You like better this? No, that's good. Okay. They're both good. So, you like it, your clothes today? Yeah, let's do it. I needed clothes, that's for sure. Вот нашли еще одни. Reebok. Reebok, вот такие вот. Baby, how much are they? I don't know how much are they. Ну, вот такие вот Reebok, ничего вроде. No, it's not tag. They'll find it, okay. Put it on. So you like what? Those? Yeah. Like them better than those? Yeah, that one was gray. You don't but like this them? One is 11, size 11. Yeah, 11 is good. Oh yeah? Okay. It's a little bit loose on the back, but it's good. I just have to tighten them up. Вот эти мне очень нравятся, у него Adidas. I have to go up one more step, see? Okay. Once I get up there, I pull them tighter in the side. Okay. Вот еще кроссовочки, видите, не кроссовочки, это же, к сожалению, Levi's. Такие вот, и мы не знаем, что и брать. Уже не знаем, не знаем. I like those. I can't buy them all. No? No. Я Вине предложила, говорю, давай вот эти. Он говорит, как будто кроссовки моего внука, которому 5 лет. Ой, смешил меня опять. Очень хорошие носки здесь. Баффало, какие яркие. Очень хорошие, много носков. Очень, вот, допустим, Кельвин Кляйн носочки. Очень тоненькие, хорошие. Три пары, 9,99. Всякие, знаете, вот такие. Here. Под брюки, под костюмы. Here. Хорошие. Baby. Yes. Окей. Alright, so this. Okay, you buy this and this. This you don't buy. Okay. Put back. Show the shorts you bought today. Oh, no, I'm not taking them out. This is stuff that they can try to buy me right here. Look. Oh, look, so pretty. No, I didn't. Look at that. I didn't try to buy for you those. Yeah, look at that. Yeah. Well, some people like that. Oh, I bet. Магазин, конечно, хороший, Бурлингтон, я его очень люблю. Окей. Вот мы идем по этому магазинчику. Рубашечки. Окей. Я-то вообще могу нырнуть в магазин и вынырнуть вечером, а он все уже, пошли домой. Вот, идем. Очень много всяких фигурочек здесь. I wanna show them what we have. Слоны всякие, видите. Хоть что выбирай тут для моего интерьера. Вон жирафы. Всего. Oh God. I just wanna see. Come on. Okay. Вон жирафы всякие, вязаные, слоны. Чего там только нет. Картины, зеркала. Подушки, стулья. Baby, I'm coming. You ready?
Весь в ценниках. All in tags. I know. Let's go. I can't carry it all. Весь в ценниках. Так. Hello. Hello. Эти чемоданы. Идем платить. Вот никого нет тут на кассе. Девочка там. Сейчас подойдем. Окей. Okay. А там мол. Винни раздевается у меня. Okay. Okay? Итак, мы выходим из Бурлингтона. Там Винни у меня рассчитывается. А я пойду сяду. Хочу посидеть немножко. Так. Окей. И вот так вот у нас Бурлингтон. Там менюша у меня. Я отдыхаю. Не знаю, что мы сегодня наснимали, но что-то нас снимали. Ой, кстати, купила сегодня эту штучку на сейле. Такая, видите, какая-то японская штучка. Я сначала не поняла, что такое $2. Оказалось, это, знаете, это, как ее, мерить. Сантиметры и инчи. Такой аккуратненький, красивенький, видите. А, вон наш идет парень. Идет сюда с покупочками. Окей, congratulations with goodbye. Yeah. You ready? Yeah. This is mine too? Yes, it's yours. О, мы сегодня Винни как приодели, как жениха. You like a bride today? No, like a groom. Yeah, I needed it. 5 years, once yeah. In 5 years. Yeah, 5 лет не покупал одежду, потому что я покупала. You didn't buy 5 years clothes because I bought. Yeah, 5 years ago. Yeah. Alright. Вот, пожалуйста, Diamond Jewelries. Тоже вот здесь 40-60% off. Такие всякие здесь jewelry. Вот мы уже идем в тот магазин, из которого мы вышли. Он называется Dealers. Идем к нашей машине. Уж нашопинговались мы и на эстейт-сейлах, и в магазинах. И у меня и тарелки с распродажи, и виненые одежды. Сейчас еще, может, покажем дома. Вот так вот. Сейчас вам покажу мои самые любимые духи. Вот это вот мои самые любимые духи. Angel. Самые классные. Когда покупаешь пузырек, когда он у тебя заканчивается, ты можешь прийти и тебе нальют этот пузырек. Вот это вот фирма Angel. Вот сумочки Coach. Фирма Coach. Шикарные сумки, конечно. Вот 50% off этих сумок. Люблю Coach. Но... 50% off. Но я еще не могу себе позволить такие сумки. У меня есть только духи. О, Coach. А тут вообще 65% original price. Вот такие вот сумки. Поднимаемся по эскалатору. А? 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 Вот такая вот красота яркущая. Ой, вон Люба купила такую блузку. Люба купила себе такую блузку в Росе. Вот представляете, а здесь она стоит. А я такую купила тоже голубую, допустим, да, в точности такую же. А сколько же они здесь стоят? Не знаю. Ну, точно не $24, как мы купили с Любой. Так.
Вот здесь очень красивый отдел. Не могу выговорить вот название никогда. Лили Пидзе. Пудзер. У нее очень красивые, яркие вещи. Вот эта вот фирма. Мы показывали с Любой как-то в Винтерпарке. Очень-очень яркие вещи. Лили Пулитзер. Не знаю, как сказать. Пулитзер, да. Вот такие у нее, конечно, очень красивые цвета. Просто вырви глаз называется. И голубые, и сиреневые, что только нет. Вот эта вот фирма очень дорогая и очень яркая. Но я представляю, что она, наверное, все-таки лучше для девочек, для молодых. Или если для женщин, то для худеньких. Не для меня. Так, дальше. Yes. Let's go. Вигит, когда-нибудь дойдешь до двери. Шоколадка Дайва. Хрусталь. Выходим. У Вини очень всегда тяжелое время меня довести до дверей, потому что я везде останавливаюсь. Видите, тут все для Хэллоуина. Чашечки, тарелочки, все-все. Вот так вот. Ну все, до свидания всем. Это Винюша, и я, Винюша, у нас в шляпке. What do you say? Nothing? Nothing. Let's go. Okay. Ну, Винюша, открывай машину. Садимся, уже едем. Пока я опять в магазин не побежала. Hey, get in. Видите, тут у нас коробки, купленного всего много. Будем разбирать. Хламу напокупали, короче, целый багажник. О, бэби, окей.